Всем привет, друзья, с вами Лариэль, и мы продолжаем с вами прохождение StarCraft 2. Итак, значит, на чем мы здесь с вами остановились? Хотят с нами сразу несколько человек поговорить. Давайте сначала еще и новости глянем, что тут про нас пишут и рассказывают. Вермиллион, в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Интересно. Так, Тайкус Твои что скажет? Твои приятели Мёбиуса случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Так, Атош. Тяжко было снова столкнуться с королевой клинков, а, приятель? Атош, что ты знаешь о Керриган? У меня были друзья в Академии Призраков. О Саре ходили легенды еще до того, как она неожиданно исчезла. Немногие знают, кто такая на самом деле королева клинков. Теперь в ней не осталось ничего, кроме ярости. Что да, то да. Теперь мы должны убить ее, прежде чем она уделает нас всех. Так, а наемники что скажут? У меня появились. Ты знаешь, к кому обратиться. Топ секьюрити. А это какие? А, это эти парни. Ну, блин, их я все-таки найму. Они очень даже неплохи. Элитная Голиафа. Не, их я брать не буду. Сходим. Хотя на мостик не надо. О, тут мародер. А ну-ка, что он скажет? Ничего интересного не скажет, но о нем есть кое-какая информация. Бронированный скафандр 5-4. Скафандр мародеров был создан на основе костюма огнеметчика МПК-660. Но по характеру мародеры не имеют с огнеметчиками ничего общего. 47% из них ни разу не привлекались к уголовной ответственности, и только 23% отбывали срок за убийство. Система автоматической подачи гранат, интегрированная в костюм мародера, обеспечивает быструю сборку и подачу в гранатомет сотен типов гранат. Каратель. Так. Ну, забавный такой парень, конечно. Ладно, что у нас по консольке тут? Атаки мародера создают область гравитационной аномалии, замедляя все единицы. Интересно. Ого, еще их даже так можно прокачать. А тут что? Опа! Для постройки здания можно использовать несколько КСМ. Боже мой, КСМ одновременно. Это значительно ускорит процесс строительства. КСМ производит ремонт вдвое быстрее обычно. А вот эта тема. Это я возьму. Это очень нужно. Далее, слетаем в лабораторию. Поглядим, что у нас. Опа, у нас появилось что-то по зергам. О, по протосам. Так, это мы уже знаем. Давайте по протосам глянем. Так, журнал Стэтмана. Запись 21.42. Кристалл все еще растет, и над ним образовалось поле антиматерии.
гравитационная аномалия, неизвестный феномен. Подозреваю, что кристалл вытягивает энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложна, дифференциальна, что может сравниться со структурой живого организма. А созданная им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранить удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. Интересненько. Так, что за артефакт? А, мы нашли еще один кусок. В последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Ох ты ж, ё-моё. Статус пользователя. Преступник. Понятно. Ладно, что она скажет. Эта женщина Зерк разговаривала так, будто вы с ней давно знакомы. Похоже, что встреча взволновала вас. Нас с ней многое связывает. Когда-то она была призраком. Потом мы объединились с Менгском и вместе помогали свергнуть конфедерацию. Мы были хорошей командой. Что с ней случилось? Она стала жертвой войны. Не хочу вас обидеть, док, но я не люблю вспоминать об этом. Понимаю. Но если захотите поговорить, я всегда готова выслушать. Окей, что тут у нас по панели исследования? Опа, выберите проект. Так, ультраконденсаторы. Улучшение вооружения, арсенала и инженерном комплексе повышает скорость атаки на 5% вдобавок к усилению урона. Ванадиевая обшивка. Улучшение брони, разработанное в арсенале инженерными комплексами, добавляет увеличить запас прочности и здоровья боевых единиц. Я возьму все-таки скорость атаки, так как я здесь взял запас прочности бункера. Я обычно играю именно от бункеров. Так. Тут у нас что? А, ну тут, короче, один огнеметчик ломает всех зергов. Понятно. Беру это. Да, согласен. Закрыть. Ну что ж, вперед на мостик. Что Хорнер скажет? Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет... Мы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Итак, что у нас здесь есть? Мертвый порт, гавань и ксил. Ну, я думаю, мертвый порт. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации, полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Ну отлично, значит нам это подходит. Понеслась. Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вестей рискованно. Наемники буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело.
Не тяните. Если Орлан заплатит раньше, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять Миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Считаете, ей можно верить? Она же наемница. Поможет тем, кто раньше заплатит. Окей. Итак, задание с ножом у горла. Стервятники устанавливают паучьи мины, с помощью которых можно уничтожать войска противника, прежде чем они доберутся до ваших позиций. Поехали, я только думаю, что мне нужно будет обязательно засейвиться. Сейв вкатали. Десант выкинули. Братки, на добычу. Парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Так, пора за дело, раз, нужно два. Вернуть адъютанта. А здесь лаборатория. Кинул лабораторию, здесь кидаю реактор. Далее, что у нас еще тут имеется? Эта планета уже давно служит свалкой. Все, поехали собирать. Собрать здесь ресурсы для мира должно быть довольно просто. Быть может, быть может. Что пристройка? Так, завершена. Ребят, сюда. Еще парочку. Давай, наемники есть. Завод. Вкидываю. Есть. Хлопнул завод. Пристройка готова. А, блин. Веспен нужен. Окей, стопэ. Кидаю. Раз. Давай еще парочка. Завершено. Хорошо. Так. Подожди. Завод. И тут я строю завод. Частично. Ладно, отменю. А лучше. Вот это я зафейлил, конечно. Поехал сюда. Так, здесь джипик. Здесь ребятишки. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми. Это что, стервятники? Хо-хоу. Острый глаз у тебя, Тайкус. Так, погнали. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Ну чё там? Согласен. Собираем. Давай. Еще один здесь. И один здесь. Отлично. Так, и ты, браток, минируй здесь. Здесь. И здесь. Отлично. Так, хлопец, погнал. Опа. Уходим. Ходу, ходу, ходу. Надо бы медик. Ща медик будет. Ребята. Наш выход. Ой-ой-ой, это нехорошо. Раз, два, три. Кучу всего подобрали. Так, что там по медику? Ай, блин, хранилище грёбаное. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то не хватает у меня минерала. Отлично. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Окей. Тему понял. И это все? Давайте раскочегарим. Опа, и на медика никого не осталось уже. Давай, раз, два. Замечательно. Ой-ой-ой, это что, серьезный паренек. Так, ну, успокоился. Блин.
все там отстреливает, и это хорошо. Что там по медику? Давай еще одного. Выкладывай. Да, что теперь задумал? Ну уже. Давай этим пока слетаю. Ладно. А как же? Непременно. Я первый, я Опа. Первый. Отлично. Ушел. Ушел. Круто. Погнал. Не-не-не, никуда им не пойдем. Так, ну мы уже догнали, это радует. Свободен. Ох, хорошо. Бежать. Так, и там он какая-то еще реликвия протосов. Тоже наша теперь. Кстати, вот еще одна штукенция. Дорога зовет. Тут пока пусто. Давайте сюда, что ребят. Происходит? Надо встретить Уди. Братанов. Кара небесная. Разумно. Так, а ну-ка сюда. А как же? Оп, все собрал, красава. Приступим. Ушел. Ушел чего сюда. Тебе? А мы пойдем О, дальше. Да. Не вопрос. Сейчас запрыгни сюда наверх, посмотри, что здесь. Понятно, ничего интересного. Ой-ой-ой, тут я зря. Ушел. Ушел на базу. Так, все здесь все починились, и это хорошо, добывайте. Работенка у нас всегда есть. Месторождение минералов выработано. Так, погнали. Погнали сюда. Скорость здесь. О! Хорош. Ты взял. Ёлки-палки. Блин, ну это фейл был. Это, конечно, я жестко только что потерял так. Ребята, сюда. Блин, печаль. Давай два стервятника надо. Что стряслось? АМС добывай. За твой счет. А в счет идет все, походу, да? А нет, не все, не все. Ты готов? Так, чего не вот эти парни. Завожу. О, хорош. Требуются дополнительные хранилища. Так, и дополнительное хранилище, пожалуйста. Сейчас я подсоберу. Надо только проминировать отступы. Все, хорош. Поехали. Так, погнали. Месторождение минералов выработано. Тему понял. Так, лежать. Раз, два, три. Дорога зовет. Легко. Опа, опа, опа. Давай, давай, давай. И это все? Так, скорость понятно. В крови. Что теперь задумал? Да. Вот падла. Завожу. Поехали. Закопайся. Да, еду. Ну давай, на. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, быстренько поднимайте. Лимузин мой. Все, вперед. Скорость в крови. Так, ну я как-то не очень уверенно иду, скажем так. Ай-яй-яй. Дорога зовет. Давай, 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 давай. Есть. Хорошо. И это все?
Чего нужно? Так, там кто-то на меня еще и напасть умудрился. Забираю. Не-не-не-не-не. Вот так вот. Месторождение минералов выработано. Легко. Отлично. И еще сюда надо заскочить. Конечно, есть. Двигай туда. И сюда. Ты, блин, там... Уже никого не осталось. Нехорошо. Так, надо раскинуть ловушки. Все. Чудесно. Да. Месторождение минералов выработано. Так, ну там Децл остался. Воу-воу-воу-воу-воу. Скорость в крови. Так, стоять. Ладно, Мира. Мы оба знаем, что ты бессовестно заломила цену. Но мне все равно придется тебя нанять. Я вся ваша, Джим. Как хорошо, что вы с Мэтью оказались проворнее Орлана. Ах ты, маленькая... Я покажу тебе, что бывает с предателями. Ай-яй-яй. Тему понял. Скорость в крови. Получайте. Так, хорошо, что у нас здесь? Ого, тут все серьезно. Давай, раз, два. И здесь... Недостаточно минералов. Блин. Недостаточно минералов. Парочка КСМчиков. А, это у меня забрали вообще есть все, что можно. Да, давайте туда двигайте. Ну чё там, сэр? Так, в принципе, сейчас она... Давай, нафармит мне, я думаю. О, я ж могу тут он взять. Понятно. Все норм. О, это мои любимые парни. Мне нравится. Бегом! Отлично. Коварно. Замечательно. Выдвигайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Отойду. Хватит прохлаждаться. Конечно. Чудно. Сейчас мы высверлим. Давай, давай. Пятишечку. Мраток сюда, вы два сюда, и третий тоже туда. Чего нужно? СМ готов. Так. База атакована. Блин. Победа наша. Что тебе задумал? Черт. Вообще не ок. Блин, я потерял два... Три... А из-за чего их теряет? Это все. Оу! Я понял, из-за чего я их теряю. Жесть вообще. Капец. Один танк раскочегарил. Все в пух и прах. Еду. Дорога зовет. Да. Но ничего, не беда. Не беда. Сейчас мы это все дело поправим. И я думаю, стоит перебазироваться туда наверх. Да, я думаю, что так мы и сделаем. Доктора вызывали? Загрузились. И выдвинулись. Так, парни, вы куда? Ой-ой-ой-ой-ой. Наш КСМ атакован. Ну, наш КСМ молодец. Есть работёнок. Наши КСМ атакованы. Так, все туда. А? Чего пугать? Вооружён и опасен. Приказы будут? Я уж... Так, а чё, я могу, наверное, все штуки поднять свои. Кому навешать? А может и нет. Ладно, пусть давай, стоит пока. Сейчас заберу еще эти ресурсы. Доктора
Сюда. И поехали на добычу. Вооружен и опасен. Хорош. Все, процесс пошел. Баловство какое-то, а не нападение. Но ничего. Давай раз, два сюда. Там по максимуму. Это хорошо, это радует. Здесь все улучшаем. И я думаю, можно здесь ударный отряд поставить из... А это кто? Оу, это серьезные парни. Это очень серьезные ребята. Сейчас мы им тоже вкачаем все это дело. Так, фабрики у нас. Вот так вот. Все, строительство кипит. Здесь добыча идет. Эти ребятишки сюда. Кстати, можно джипик отправить. А вот сюда. Опа. Отлично. И еще сюда. А тут пусто, надо же. Отлично, Голиафчик. Эти штуки можно заныкать. Я думаю. Топ-секьюрити, псы. Ладно, давайте я это все заберу все-таки. Вылетаем. А вот и припасы. Раз, два. Кого стрелять? Лев на связи. Кину где-то здесь. И второй. Где-то вот здесь. Замечательно. Вытащите меня отсюда. Оу. Там какой-то лютый трэш происходил. Так, будешь, значит, ходить. Ctrl 2, вот так. И плюс этот паренек. Отлично, Голиафчик. Что у тебя на уме? В кого стрелять? Так. Здесь, значит, что ж мне построить? Улучшение завершено. Да, неподходящее давай. Место для посадки. Лаборатория. И здесь тоже лаборатория. Гори на газ. Норм, чё. Лев на связи. Улучшение завершено. Так, 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 так. Что у нас? Ой, нехорошо. Строительство не идет. Пристройка. Это не есть завершено. Хорошо. В кого стрелять? Пристройка. Добавить. Завершено. Добавить. Так, и мне тут еще кто? Один КМС. Коварно. Который будет ремонтировать в случае чего. И себя, и остальных. Ох ты, ё-моё. Давай, давай, мне все нужно. Так, еще плюс один. Опа, танки прибыли. Еще как прибыли. Как прибыли, так и отъехали сразу же обратно. Так. У голиафов у меня, по-моему, децл побольше. А нет. Нет, их одинаково. Их всех поровну. Сейчас, короче, еще чуть-чуть. Еще немного. Здесь пара голиафов. Чтобы была у меня противовоздушка. Медик. Что у меня по медикам? А, у меня тут медиков и так более чем достаточно. Значит, один огнеметчик. А там разберемся. Так. И вот так. Сейчас еще по одному и отправляемся. На
Голиаф есть. Хотя можно и так уже двигать. Такая толпа. Еще лучше и не подходить к ним. Вот это мне нравится. Отлично. Лежать. Конечно. Так. Замечательно. Вниз у нас что? Внизу у нас товарищ Орлан. Я думаю, мы его потом в конце уже раскочегарим. Но здесь не забываем добавлять все равно войска, так как могут к нам прийти. А мы будем во всеоружие. Все, починили? Благодарю. Ого. Дерзко там пушка на меня так стартанула. Сейчас мы ее раскочегарим. Давай, 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 есть. Все собрали. В кого стрелять? Коварно. Лежать, все лежать. Медик. Медика больше нет. КСМчики быстро все чинят. Это круто. Победа наша. Так, что у нас здесь? Отлично. О, помню этого паренька. Блин, сколько ж у меня ресурсов, а? Это действительно мне нравится. Опа! А вот я и увидел реликвию протосов. Ща мы до нее доберемся. Забрать, забрать. Сундучочек тоже. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Не-не-не. Эту штуку мы трогать не будем. Лежать всем. Конечно. Ё-моё, я подумал, это... Мне нравится. Враг какой-то. С удовольствием. Вот это мне нравится. Так, хорошо. Есть. С удовольствием. Месторождение минералов выработано. Дополнительную задачу мы успешненько... выполнили, и это очень хорошо. Кем? Кто посмел? Так, ну что, парни. Последний бой. Он трудный самый. Берем еще одного. И выдвигаемся. Победа наша. Месторождение минералов выработано. Да, ресурсов, конечно, у меня. Тьма тьмущая. Связь налажена. Улучшение завершено. Давай сюда еще. О, заберите это. Коль никому не нужно, будет нужно мне. Коварно. Ох, кто-то выхватил. Держать. Выдвигаюсь. Отлично. Надо пособирать все, что есть. Коварно. Победа наша. Так. С удовольствием. Все забрали, все собрали. Выдвигаюсь. Наш, о, наш боец. Что надо же. Задумал? Каков наш план? Ну, заберемся на поверхность. Точнее, на возвышенность. Ой-ой-ой, танк. Спасибо. Ух ты, блин, что-то там мне стрёмно находиться в этой точке, какая-то она очень стрёмная. Да, ядерный взрыв, понятно. Вовремя отошли. Причем очень вовремя. Да, конечно, артист, он прям в свою же базу ядерной ракетой. Это мощно. Ой, походу еще одну он там дал. Я правда не знаю, может быть она все еще там летит. Лежать.
Давай. А, все уже сняли. Ну и круто. Ладно, ладно, стой уж. Забирай своего адъютанта. Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, Орлан. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя помощь. Мира, сделай одолжение. Присмотри за ним. Конечно, Рейнер. Я присмотрю за этой гадюкой. Причем совершенно бесплатно. Опа, отлично. С ножом у горла вы выполните все задания в данной миссии. Сапер. Что тут у нас задание с ножом у горла? На сложности бойца уничтожите 25 врагов паучьими минами. И пасьянс в задании с ножом у горла. На сложности ветеран. Не стройте КСМ для заключения контракта. Ух ты. Интересная миссия. Ну, точнее, достижение. Итак, что тут у нас? Мостик Гипериона. Бортовое время 13.03. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь Старсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск. Арктур. Бывший офицер Конфедерации. Гражданский геолого-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто! Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Ну вот это да. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Вот это жесть. Интересно. Так, ну что же, друзья, на сегодня, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно смотрите следующую серию. Там мы узнаем, я думаю, еще что-нибудь новое интересное. Ну а на сегодня все. Всем пока.